придумывали тему этой лидерской школы, первое, что пришло на ум, потому что мы находимся на самом высоком пике Европы, самое первое, что пришло на ум, назвать пик. Но мы поняли, что пик – это некая конечная точка. Мы бы хотели развиваться дальше, и поэтому наша лидерская школа называется «Новая высота». Всегда думала, что в горах летают большие, крупные, маститые орлы. Но оказывается, горы подвластны и маленьким, хрупким птичкам, которые мечтают, которые воплощают в жизнь идеи, делают региональные школы и становятся частью сообщества университета детства. Это природа, это вот шум какого-то ручья, это как просыпаешься, птицы поют, это общение. Мы здесь встретились с теми людьми, с которыми вот на протяжении года общались в онлайне. Вот, и когда ты понимаешь уже там, даже за экраном, что этот человек тебе близок, и ты его встречаешь здесь, и понимаешь, что да, мы одни по духу, мы можем много, и мы готовы идти в одном направлении. Летняя школа, лидер кэмпс. Это те самые мероприятия, которые дают нашим лидерам ресурс эмоциональный, ресурс профессиональный, ресурс творческий. Это возможность обменяться опытом, это возможность получить новые интересные практики, это возможность поделиться инновационными подходами, потому что кто, как не педагог, может поделиться, рассказать, показать на примерах, как работать с детьми, как работать с семьями, как работать с родителями. Семья несет основную ответственность за то, чтобы подготовить своего ребенка к взрослой жизни, к тому, чтобы стать автономным, дееспособным и в конечном счете счастливым человеком. Именно семья способна сформулировать задачи дошкольного образования. И дошкольное образование должно услышать семью и действовать в соответствии с этими потребностями. Лидер сообщества «Университет детства» – это человек, который собирает вокруг себя людей, делает проекты, делает конференции, выступает спикером, занимая лидерскую позицию, становится экспертом, становится тренером. Когда педагог с одного региона, с другого, с третьего объединяются, появляются общие идеи, общие интересы, возможности, желания развиваться. Появляется ядро сообщества, которое дальше присоединяет к себе, которое развивает, которое дает возможность другим педагогам в регионах почувствовать, что они не одни, что инициатива – это ненаказуемо. Инициатива – это всегда интересно, это всегда для развития как себя, так и своего окружения. Постоянно общаясь с Ириной, с Галиной, они, даже когда ты говоришь, ну, я, может быть, я не смогу, и все время фраза, что нет, вы сможете, вы действительно ведете за собой других, и вот это убеждение, оно со временем пришло, хотя не сразу. Ну, а сегодня мы поняли, что мы команда, мы лидеры. Собрались люди из разных городов и разных регионов, и все мы лидеры. Да? У нас есть врожденное лидерство, есть приобретенное лидерство. Понятно, что все, кто здесь сидели, были так или иначе лидеры. Да? Вопрос в том, насколько развиты, да? Насколько они умеют решать быстро те или иные задачи и ситуации. Вот как раз мы этим сегодня занимались. Мы развивали все компетенции лидерства, которые применяются так или иначе в работе. И мне кажется, что на выходе получили очень хороший результат. Эльбрусская переговорная площадка существует уже 10 лет. Мы собираемся здесь у подножия Эльбруса. Впервые встретились, наконец, и друг друга смогли услышать и в какой-то степени, наверное, и понять дошкольники и учителя. Вопрос-то преемственности очень сложен. Возрастной переход от дошколки в начальную школу, а затем в основное образование – это критические точки для развития, для детей самих и для их развития. Нас приняли очень все позитивно, положительно, начиная от руководства и заканчивая, ну, вот рядовыми сотрудниками, воспитателями. И это такое горное гостеприимство, которому поучиться можно. Оставаться
системе это не очень удобно, потому что система сегодня работает не очень хорошо. Результаты, которые дает эта система, они не устраивают ни единично меня, и даже, я думаю, не только тех, кто сегодня собрался на этой школе, потому что, ну, это небольшое количество людей, конечно, в отношении всего образования. Хотя бы на своем месте, в масштабах своего учреждения, я знаю, что я могу это изменить. Миссия университета детства – благоустраивать дошкольное образование. Мы, как представители общества, родительского сообщества, создали сообщество университета детства для того, чтобы транслировать и достигать, и реализовывать эту миссию. И в сообществе университета детства приходят педагоги, которые разделяют наши ценности, и благодаря этому мы объединяемся, и наши силы множатся, и с каждым годом у нас все больше, и мы все ближе к нашей цели. Главное – проявлять инициативу. Проявляешь инициативу, берешь свои руки, собираешь вокруг себя единомышленников – ты лидер. А дальше мы поможем двигаться в этой среде, поможем развиваться, поможем нарабатывать и добавлять лидерские компетенции и поможем объединяться. Мы попали в сказку. Само по себе вот эта обстановка, в которой мы находимся, вот эти горы. В этом году Leaders Camp – это настолько уникальная получилась площадка. Команда университета детства опять нас восхитила, удивила. Каждый из нас, участников лидерской школы, увезет с собой тепло, новые какие-то свои идеи и зарядится на весь год удивительной энергетикой этого места и участников школы. Вот эти люди, вот эта природа, я думаю, надолго, да, наверное, на всю жизнь она останется в моем сердце.